Это символ Санкт-Петербурга. И это символ Санкт-Петербурга. И это тоже символ Санкт-Петербурга. Все эти символы замечательные, очень красивые, потрясающие. Но есть у них один недостаток – они не разговаривают. А мы сейчас пойдем к такому символу Санкт-Петербурга, который не только разговаривает, но и замечательно поет. Я Андрей Максимов. В эфире программа «Личные вещи». Мы идем в гости к Эдуарду Хилю. Вот мы пришли в гости к Эдуарду Хилю, я попросил чаю. И вот это вот мне дали. Это будет первая вещь. Вот после того, как мне так дали чаю, я хочу перевернуть всю передачу. Первым делом я хочу спросить вас про вашу супругу и сказать нашим зрителям, которые, может быть, этого не знают, что вы прожили с вашей супругой, вы отпраздновали золотую свадьбу. Правильно? Да. То есть в этом году уже будет 51 год. 51 год. Я сначала хотел вас спросить, а вот что должна быть за женщина, чтобы с ней прожить столько лет? После того, как мне дали такой чай, у меня вопросы как бы почти все отпали, потому что я понимаю, что женщина, которая так умеет делать, какая-то необыкновенная. Я скажу зрителям нашим, молодым особенно, что вы не представляете себе сейчас невероятную степень популярности человека, которому пришли в гости. Например, однажды этот человек, наш хозяин дома, Эдуард Хиль, сел в машину, и поехал, а потом оглянувшись, увидел, что его жены нет, а сидят в машине только поклонницы. Эти поклонницы просто выкинули его жену и остались в машине. Вытеснили. Вытеснили. Вот как ваша супруга на это все время... Вот. Она знала, что я вернусь, только гадала, сколько пройдет времени. Но проехав метров 100, я к ней повернулся, я говорю: «Зоя, как ты считаешь?» Смотрю, ее нет. Я говорю: «А где Зоя?» А эти все сыры, так называемые, в Москве их так называют. Да. Она там осталась, она не села. Я говорю: «А ну вон все из машины». И вернулся. А ваша жена вас не ревновала? Ну как, обязательно надо ревновать. Я думаю, что без ревности нет любви. Это, наверное, и есть часть любви, мне кажется. А как при этом сделать так, чтобы ревность не доводила до того, что люди расходятся? Но мне кажется, надо быть терпеливым и немножечко даже, ну, не то, что иметь ум, но как-то уметь рассуждать. А когда вы ссоритесь с супругой, кто мирится первым? Ну, мы взрываемся оба, и сын еще вместе, втроем можем ругаться между собой. Прям кричите криком? Да, и кричим, и чуть вот дело не доходит вот до таких вещей. И а потом? А потом как-то быстро отходим, через 20 минут, 15 можем уже смеяться. А так часто вот это вот вы с кинжалами бегаете друг за другом? Ну, очень часто, да. В день 2-3 раза. И так 50 с лишним лет? Да. Отлично. Вот так вот положили, да. И вот после этого, значит, идет борьба. Это вы вот с этим ссоритесь? Как же вы так прожили так долго? А что это такое? Расскажите, это что такое? Это награда, когда я выступал в Сопотском, да, фестивале. И вот это подарили мне. А что вы пели? Я пел две песни наших. Это «Я шагаю по Москве» Андрея Петрова. А вторая песня Аркадия Островского: «От любви моей, любви твоей было столько верст, было столько дней». Замечательная песня. И одну польскую песню «Раз, только лишь раз». Вот за что получил звание лауреата. Если говорить о наградах в принципе, не только о званиях, скажем, там, внук, это же там тоже, наверное, награда. Вот какая самая дорогая, скажем так, от Бога награда, как вам кажется, у вас есть? Вот самое главное. Самая большая награда, ну вот одна из последних наград, это когда позвонили, узнали, что у нас 50 лет, но уже прошло 51 год. Дама позвонила из нашего центрального округа и говорит: «Вы должны прийти с женой и с паспортами, написать заявление, и мы вам выдадим 3000 за то, что вот вы 50 лет прожили».
Вот. Я спросил, а вычеты какие-нибудь будут? Нет, чистыми 3000. Она так серьезно совершенно? Да. Раз вы заговорили про деньги, вы пенсионер, насколько понятно. Какая у вас пенсия? Пенсия 6000. А сколько лет вы пели? Я продолжаю еще петь. 56 лет. За 56 лет пенсия 6000. Да. Очень обидно. Да нет, ну я знаю, что многие получают еще меньше. Вы человек, который стали частью жизни огромного количества людей. Вот мое детство, мою юность, и масса людей могут сказать, вас все знают, вы суперзвезда, вот суперзвезда. Вы так себя совсем не ощущаете? Вы знаете, на это я бы ответил словами Александра Сергеевича Пушкина. Что слава? Яркая заплата на ветхом рубище певца. Мы уже начали говорить про вашу супругу. Вы сказали, что вы расскажете историю, связанную вот с этой вот... Даже неудобно назвать это словом «вещь», потому что это что-то такая реликвия, скажем так. Очень интересно узнать, как это все начиналось. Вот как вот вы, например, объясняли любви, там, как это все было, вот самое начало. Андрей, значит, было это так. Сидела Зоя Александровна на пенечке. Это было в городе Курске. И так, вот так вот, подставив лицо к солнцу, загорала. А я в этот момент, это было на пляже. Я учился тогда в консерватории. И оперная студия поехала на гастроли. И тут кто в волейбол играл, кто купался, кто загорал. Тут и дирижеры, и режиссеры, и исполнители, и хор, и оркестр. И не знаю, почему я вышел из леса, увидел прелестную Зою, подкрался сзади и поцеловал. Я даже не знаю. Первый раз видел? Да, вот нет, я ее видел и на сцене видел. Красивая. Но вы были знакомы? Да, был знаком. Но ни слова не говоря, вот почему-то я так подкрался и ее поцеловал. И, вы представляете, сразу немая сцена. Нет, могла бы договориться разная реакция на это. Да. Ну, короче говоря, она говорит, как вы смеете? Она мне говорит. Я говорю, да, вот смеет. Ну, кто-то там подсмеялся, теперь, говорит, будешь подлец, если не женишься. Вот были такие разговоры. И действительно, через 3 месяца мы поженились. А чем-то она вас, значит, так потрясла? Ну, это вообще такой поступок серьезный, вот так раз сразу. Она, я когда пел партию, маленькую партию Златогора в «Пиковой даме», там, как ты мила, прекрасна, и вот руки я так делал, грим такой у меня был. А она говорила своей подруге, посмотри, какие у этого студента руки. Она говорит, ну, Господи, ну, руки, как у всех. И потом я даже написал такие стихи, она меня... За руки полюбила, а я ее за ноги полюбил, потому что она была балериной. А как делали предложение? Ну, я пришел, познакомился с мамой Зоиной, с братом. Они жили тогда втроем. А я жил в общежитии консерватории. И потом как-то так, после одних, других гастролей, Зоя пришла за мной. И говорит, так, собирай, какие у тебя вещи? Я говорю, да какие, вот маленький чемоданчик. Забрала все. И потом она часто рассказывала, как мы готовили суп. У нас суп был такой, холодильников не было. Огромная кастрюля такая. А как вы готовили суп? Суп готовили так, картошка там всевозможная, там и гречневая, и гречка, и перловка, и манка. И пельмени там были. В общем, когда она пришла, она увидела, что ложка вот так стоит. А вы это ели все? Да, то есть первое и второе это в одной кастрюле все было. Я хочу сказать нашим зрителям, что вот этот студент, которым был наш сегодняшний гость, он до этого пережил такой ужас, который, в общем, на самом деле, например, для людей моего поколения очень трудно себе представить, потому что трудно себе представить, что такое война, что такое ребенок во время войны эвакуации. Вот этот вот ребенок, вот здесь ему 6 лет. Я прочитал в одном из ваших интервью, что вы так
как бы говорите, между прочим, что вот в детском доме, где вы были, умирали дети. Ну, так между прочим, вы говорите. Да. А вы помните первую смерть, которую вы увидели? Первая смерть – это когда мы ехали и бомбили немцы. Эшелон с ранеными и вот с детьми был. И, вы знаете, помню, это было лето. И вот перемешалось все земляника на зеленой траве и кровь людей. Вот тут же ну, какой-то вагон попадал, или снаряд, или бомба. И тут же всех хоронили. Никаких гробов не было, ничего. И ехали несколько дней, нас везли. Или вот только какие-то женщины подходили, видят, что везут детей. И вот они кормили и детей, и раненых. Просто чужие люди? Чужие люди совершенно. Вот приносили картошку, кто хлеб приносил. Ну и, а ты, говорит, чего же не просишь? Я говорю, так нехорошо же просить. Ты, говорит, это брось. Надо научиться тебе просить. Вот это я помню. Научились? Научился, конечно. А потом вы куда приехали? Привезли нас сначала в Пензу. В Пензе сказали, мест нет, полно детей, раненых. Везите за 130 километров, там такая станция Бекова. Вот туда мы еще 130 километров, но ехали, по-моему, двое суток. Вот приехали туда, и в каком-то жили мы доме, где батюшка когда-то жил. Рядом церковь была взорванная, а рядом еще господский дом, и там, в этом господском доме, были ранены. Дикое количество этих раненых было, умирали тут же. Никаких обезболивающих средств, отпиливали руки, ноги. Кто умирал? Вы все это видели? Да, мы ухаживали за ранеными. И мы, вот тогда стала популярной песня «Вставай, страна огромная». Вот это было первое вознаграждение, когда мы пели вот эти такие мальчики, вот девочки. И один приподнялся, так сказал, нет, такой народ победить нельзя. Офицер, помню, какой-то. Вот это я помню. Вот вы приезжаете в детский дом, вы же дети, но вот маленький такой ребенок. Чем вы занимались? Вы знаете, первые дни вообще, как говорят, нас не поставили на довольствие. И мы собирали грибы и ягоды, и рыбу ловили, и ели лягушек, на костре жарили. И вот эти вот ракушки. Это потом, когда я уже попал Париж, я узнал, что это, оказывается, деликатесы. А тогда-то мы не знали. Вот. И какие-то корни, коренья. Там, ну, во всяком случае. Даже змей ели. Вот как. Тот, кто прошел через детский дом, знает. Это очень страшно. Да и потом разные были воспитатели. Я не хочу сейчас про это говорить. Сейчас, наверное, такое не услышишь. Но через это надо было пройти. Что, издевались над вами? Издевались. И, во время войны? Вот и другой раз даже и хлеб давали не столько, сколько положено. Ну, какая-то девочка из старшей группы, она ночью, не съев кусок своего хлеба, она взвесила, и вместо 100 грамм там что-то было... 60 или 50. Они обворовывали детей? Обворовывали детей. И был даже случай, когда это уже было в другом детском доме, станция Раевская, это под Уфой, недалеко от Уфы, 100 километров. И вот ее, когда пришли проверять, эту женщину, она у нас была шеф-поваром, то у нее там огромное количество. Там и коров было, и свиньи, и овцы, и куры, и гуси. Все. И вот были и такие случаи. А что с ней сделали? Говорят, что когда ее вели куда-то в тюрьму, ее там растерзали по дороге солдаты. Скажите мне, пожалуйста, как после этого, вот после того, что вы рассказываете, можно стать таким
оптимистичным, бодрым человеком, как вы? Ну, я не знаю, может быть, это благодаря каким-то генам, благодаря тому, что вот мой дед, вот здесь он. С одним глазом он вернулся, когда строил Беломор-Балтийский канал. Там мама, там отчим мой, сводный брат мой и моя сестра. Вот наверху. Вот. И он рассказывал страшные вещи. И я это все знал. А что бабушка запрещала, чтобы дед рассказывал. А что рассказал? Но он все рассказывал, что было. Все, что касалось Сталина, все, что касалось вот нашей жизни. Я это все слышал. Но я не понимал. Я не знал, что такое политика, политики. Может быть, это и хорошо. Но она запрещала, говорит, Павел, перестань, он еще ребенок. А это тоже какие-то, тоже же гены? Вот это тоже, вот мой дед, бабушка, моя мама, маленькая, самая маленькая, и мой дядя. Вот ваш дед был кем? Вот этот вот, он какой-то... Дед был старший унтер-офицер 4-го Копорского полка, 14-й пехотный рот. Вот это лицо офицера? А? Это такие были офицеры? Да, у него лицо физика или там, не знаю, какого-то, представляете? Нет, у него всего три класса церковно-приходской школы было. А он вас воспитывал? Но он очень меня любил. И вы знаете, даже когда я учился в консерватории, он присылал мне 100 рублей. А это? Это мама моя. Невероятной красоты женщина. Был отчим? Отчим. То есть мама вышла замуж после войны? Да, когда он вернулся с фронта, они поженились. Какие у вас были взаимоотношения с отчимом? Очень плохие. Я почему оказался в Петербурге, в Ленинграде? Потому что он был человек контуженный, когда выпивал, он непотребно себя вел. И я, в общем, своему сводному брату сказал, что я его убью. Но он рассказал моей маме. Она договорилась с дядей, и вот почему я уехал в Петербург. А вы на маму остались в обиде? Нет. Почему? Ну, как я буду в обиде на маму? Она любила его. Любила его. Я все равно не... Вот вы... Понимаете, вы должны были быть трагическим артистом. Вы должны были петь трагические, печальные песни. Вот я абсолютно убежден, что люди, которые вот сейчас смотрят нашу передачу, они потрясены не меньше меня. Вот были официальные певцы в советской власти, а был Хиль, который нес радость, восторг, все вот такое. А когда вам бывает грустно, как вы приходите в себя? Убеждаю, чтоб хуже не было. Сами себе говорите, будет лучше? Сам, да. Вот здесь есть, это же называется словом носитель. Да. Вот раньше, дорогие дети, хочу сказать. Вот и, раньше, внуки. И внуки, да. Вот были такие носители. Это пластинка. Вот они выходили на Апрелевском заводе. Грамм-пластинка. Это первая пластинка, да, ваша первая пластинка, «Песня о друге». Да. Кстати говоря, «Песня о друге». До выхода фильма еще. Да, песня, которая звучит до сих пор. Вот ее Расторгуев поет, она такая песня. И так далее. Вот. Это пластинка замечательного композитора. Это замечательного фантастический человек. А, вот. Здесь Эдуард Хиль поет песню «Как провожают пароходы», но я должен сказать, что все, у кого есть дети, смотрят «Спокойной ночи, малыши». Это тоже написал Аркадий Островский. Это тут песня, которая там вначале звучит. Ну, такой классик советской песни. Вот я что вас хочу спросить. Было несколько очень знаменитых певцов тогда. Вот были вы, был Магомаев, там, Кобзон. Как вы друг с другом общались? Вы дружили, знаете, вы вот не дружили? Такого антагонизма такого не было. Или вот что ненавидели. Может, а наоборот, быть, дружба. Да, потому что у каждого был свой репертуар. У Муслима свой репертуар. Вот если вы возьмете, да? У Майи Кристалинской свой репертуар. Трошин другие песни пел. Я какие-то вот больше ленинградских авторов. А борьба за место под солнцем? Никакого, всем хватало. Ну, сейчас, это сейчас очень трудно, потому что вот записал одну песню, он уже звезда.
Это сейчас трудно, конечно, потому что звезд много. Больше, чем на небе. А как вы шли к своей популярности? Это как происходило? Я даже не знаю, что значит шел. Мне вот я помню, когда мы изучали политические дисциплины, всегда говорили, что количество переходит в качество. Вот я, наверное, я перепел столько песен, что ну просто даже страшно. Ну, допустим, у кого есть, допустим, из наших вот, исполнителей тех лет песня «Нет лучше в мире красоты, чем красота горячего металла». Или гимн ленинградских краностроителей. Это все пели? Да, это вот приходилось все петь. А что же вы думали? Сольный концерт нельзя было начинать с песни «Я иду, шагаю по Москве». Надо было исполнить песню или о партии, о родине обязательно. Ну, я не знаю, там, о Ленине, а обязательно, вот вы, о Сталине. Вы внук человека, который строил Беломорканал и рассказывал вам все про Сталина. Вы понимали, что это бред? Или это было нормально? Конечно, знали. И те знали, кто приказывал, знали. Потому что у них тоже отцы и деды не вернулись. Это было такое всеобщее такое сумасшествие. Люди указывали делать глупости, люди одни, другие люди этому подчиняли, все понимают, что это глупость, но делали. Ну вот мой брат узнал, например, как погиб мой дед по линии отца. Они вот там собирали таких, кто имел какие-то звания, там, княжеские, еще какие-то. Вот их собирали, заковывали в цепи, на боржу накачивали туда бензин и поджигали. Вот были такие вещи. Вы сейчас рассказывали, сколько вы пережили. Вы рассказывали, как погиб ваш один дед, как вам второй дед рассказывал. После этого, естественно, вопрос, а почему вы, собственно говоря, никогда не хотели отсюда уехать и жить спокойной, тихой жизнью? Это вопрос провокационный, но важный. Вы знаете, что-то вот необъяснимое. Это все равно, что спросить, что такое любовь? Что так, вот говорят, что такое родина? Никто не может точно. Может быть, то место, где я родился. Нет, наверное, это больше как-то. Нечто большее. А на какой день вы начинаете скучать за границей? Где-то через 10 дней уже вот так. А вы по чему-то конкретному скучаете? Да, и по языку, и по быту. И по взаимоотношениям. Прекрасные люди есть. Прекрасные. Вот с ними встречаешься, разговариваешь. Но вот что-то такое непонятное. Мы не похожи ни на кого. А вы никогда не думали над тем, что такое есть в русском человеке, чего нет больше ни у кого? Хороший или плохой, я не знаю. Вы знаете, вот что-то такое есть в русском человеке, что я даже согласен вот с теми философами, которые говорят, что русский человек берет на себя страдания за все человечество. Я с ними согласен. Мы любим страдать? Это даже нельзя сказать, что любим. Может быть, это даже такая часть жизни. Это что? Это песня Эдуард романса. Да. «Время любви» дали там. Да, «Пора любви». Некоторые песни мои. Это один человек, молодой человек, наш ленинградец, приехав туда, пришел в Распутин, где я пел. Он услышал эти романсы, потом пришел еще раз, а я уже другие пою. То есть я каждый день, там прекрасный оркестр был под руководством Поля Тоскана. И он говорит, так что ты каждый раз поешь разные вещи? Давай, говорит, это все запишем. И мы записали. Вот. Естественный вопрос, который возникает у всякого человека, который это сейчас услышал, каким образом ленинградский певец Эдуард Хиль попал в Распутин парижский? Я приехал туда, ну, как все многие, это начало 90-х, по-моему, даже 89-й год, по приглашению. И я стою на Шанзелизе, идет знакомый человек, певец. Стою я на Шанзелизе. Да. Около Лидо. Рядом, вы знаете, где-то. Да, конечно. А напротив улочка Рю де Бассано. И маленькими буковками написано «Распутин, кабаре Распутин».
И стоит баритон из нашего малого оперного театра. Сейчас это театр Мусоргского. Я говорю, а что ты здесь делаешь? Вот я вот здесь пою. Я пою в Распутине и пою «Этуаль де Москву». Я говорю, да, приходи сегодня вечером, я тебя познакомлю с хозяйкой. Я пришел, а у меня были вот с собой такие пластинки. Я пришел, подарил хозяйке. Она говорит, а может быть, вы споете что-нибудь? Я говорю, ну, у меня сейчас с собой нет. А у меня, говорит, все музыканты звери. Они играют по слуху. Елена Афанасьевна Мартини, ее фамилия. Мартини? Да, это ее муж был из Туниса или Алжира, или Марокко. Она была женщиной очень богатой в Европе. И даже ездила не только с кинжалами, но и с пистолетами. И в один из дней ей подбросили на заднее сиденье голову ее мужа Мартини. Так что вот вы напрасно думаете, что только у нас так проходит такую жизнь. Там тоже проходит некоторые такую жизнь. Ну, вот это вот же. И она предложила спеть. И я говорю, ну а что вы хотите, я спрашиваю. Она говорит, ну спойте «Вечерний звон». Я спел «Вечерний звон». Она говорит, а можете «Утро туманное» спеть? Я смотрю, она уже такие романсы спрашивает. Я спел еще что-то. Она говорит, так оставайтесь, будете у меня петь. Что за люди приходили тогда, и сейчас они приходят? Тогда приходили вот те старые русские. Именно вы с ними общались? Белый эмигрант, да. Расскажите, приходили. Что за люди? Я познакомился с одной, один такой Никита Владимирович Добрынин. Ему уже было около 90 лет. И он ходил в ресторан? Да, приходил и каждый раз меня просил спеть «Конфетки-бараночки». Вот почему-то «Конфетки-бараночки». Я говорю, и уже когда его видел, он да, по три раза за вечер просил исполнить. Он был партизаном на огромное. И когда сказал командир, говорит, нет, этот народ не победит. Это была первая премия, а последняя премия 3000 рублей. А последняя премия это 3000. 3000 за 50 лет жизни. Да, вот скоро мы пойдем с женой. А зачем вы переписываете Беранже? А дело в том, что, Андрей, я пишу в удобной для себя тональности. Ведь если печатные ноты, да, вы никуда не денетесь. У вас для тенора. А я хочу спеть, мне нравится. Значит, я делаю на терцию или на кварту ниже и пишу. Я понял, что вы переписываете так, чтобы было удобнее петь. Да, и петь, и пианисту играть. Это же какое терпение. Да, и вот жена все время, ты что делаешь там? Я говорю, пишу ноты до сих пор. Я вот достаю романсы Чайковского и начинаю переписывать. Это тоже вы, да, переписывали? Да, это Бетховен. Давайте посмотрим. Песни Бетховена. А рисовали тоже вы? Да. Бетховен, портрет работы Эдуарда Хиля. Не, ну вообще, мне кажется, что это просто невероятно. Правда? А почему? Ну так все аккуратно. Просто такой отличник. Вы же, наверное, плохо учились? Ну, на троечке. На троечке. Вот не скажешь. Вот я всегда говорю, что из троечников-то, в общем, все и вырастают. Скажите, пожалуйста, мне, чем вы заняты сегодня? Ну вот, вчера я был на даче у себя, и сарай мне сделали, мне не нравится. Сарай сделан так, что заливает. Вот я сейчас сам отбиваю. Я ждал другого ответа. Отбиваю вот эти доски и ставлю как надо. Хорошо, а вот как певец вы или только сарай теперь? Ну, почему? А вас часто приглашают сейчас? Часто. Но я часто отказываюсь. Радио «Ретро» в Москве одна из самых популярных радиостанций. Вот эта музыка, она очень стала востребована сейчас. Вот хотя вам когда-то кто-то говорил, что эти песни советских композиторов никому не нужны, сейчас не очень востребованы. Да, а сами поют. А почему вы отказываетесь? Часто отказываюсь, потому что невозможно объять необъятные. То есть вы уже сегодня... возраст не тот, Андрей. Какой у вас возраст? Ну как? Бодрый, молодой человек. Ну, в этом году такая дата. Скажем, какая? Конечно. Скажите. 75. Дорогой наш юный дедушка, это кто писал? Это кто-то писал под диктовку ребенка? Наверное.
Поздравляем с юбилеем, пусть их будет еще 100. Желаем здоровья, пусть каждым годом оно становится крепче. Пусть удача всегда ходит рядом. Ясного неба, яркого солнца и много-много радости и любви. И картинку рисовал сам ребенок. Это совершенно очевидно. Что, на ваш взгляд, самое главное внук взял от вас? Внуку сколько? Внуку сейчас 12 лет, и он говорит: дедушка, я очень люблю петь. Но папа заставляет его играть на рояле, сольфеджио, гармония. И еще вот заставляет читать классику. А сейчас вот 3 дня подряд читали Василия Теркина. Он же половина не понимает, что такое там. А певцом, хочет быть певцом? Хочет быть певцом. А характер на вас похож? Очень похож. Чем? Очень. Он такой жизнерадостный, веселый, задорный, непослушный, ленивый, как я. Сколько вы песен записали в свою жизнь? Ну, наверное, много сотен. Это по поводу ленивый. Так, между прочим, я хотел просто сказать. По поводу того, что вы ленивый. Много сотен песен записал, ленивый, дай бог каждому. Еще что от вас принял? Ну, такой, вы знаете, я думаю, что если бы он остался, как я, в детском доме, он выжил бы сейчас. Сейчас дети более развиты, чем в наше время. Вы знаете, вы как бы закольцевали нашу передачу, мне кажется. Вот мы начали, об этом говорили и закончили. Это мы всегда, когда приходим в гости к человеку, хотим подарить ему подарок, который как бы какой-то символический или вот с чем этот человек у нас ассоциируется. Мы в начале передачи сказали о том, что вы один из символов Петербурга. И нам показалось правильным привести вам как символ Петербурга символ Москвы. Мы вам хотим подать вот такие часы с Кремлем. Ух ты. Что для нас очень важно, что здесь внизу написана надпись, которой, я думаю, сейчас уже нет. Она есть. Здесь написано «Сделано в СССР». Вот это мы вам хотим подарить. Ой, спасибо, Андрей. Я хочу сказать нашим зрителям, я никогда стараюсь нотации не читать и не говорить, но вот те, кто посмотрел нашу передачу, вы смогли убедиться в том, что можно прожить ужасно тяжелую жизнь. Вот не приведи Господи испытать что-то одно из того, что вы испытали. Можно прожить ужасно тяжелую жизнь, можно увидеть огромное количество несправедливости и остаться нормальным, веселым, оптимистичным человеком, любящим дедушкой и мужем. Мы сегодня были в гостях у Эдуарда Хиля. Спасибо большое. Программа «Личные вещи» каждое воскресенье около часа на Пятом Питерском канале. Всего доброго, до свидания, пока. До свидания. Стоп. Эдуард Анатольевич, у вас же юбилей, у вас же 75 лет. Вы думали, что праздники прошли, они продолжаются. Мы специально эту передачу показываем попозже, чтобы сказать вам, когда уже все другие пожелания закончились, чтобы еще раз вам сказать: счастья, удачи, оптимизма. Мы все вас невероятно любим. Будьте счастливы.